7 часов утра, погода чудесная, и я вот отправляюсь по делам. Тепло, хорошо. Так. День будет теплым, солнечным, значит, не замерзну. В 8 утра я в Нур-Султане. Я добралась в центр Нур-Султана и, знаете, зашла немножко в тенек, потому что 8 утра, а очень жарко, очень. День обещает быть очень жарким. И, знаете, я немножко ушла с тротуарчика, потому что много велосипедистов проезжает. И вот бегают, бегом занимаются. Это только 8 утра, а город уже кипит, жизнь кипит в городе. Кто на работу, кто на зарядку, кто куда. Планы на сегодняшний день у нас есть, и я вам потом расскажу и покажу, чем мы будем заниматься с дочей, как пройдет наш день. Желаю всем доброго дня. Мужчина, который бегал, уже ходит шагом. Прогулка. Он уже несколько кругов здесь пробежал. Много девочек, парней тоже бегом занимаются. С утра зарядка у людей. Молодцы. Друзья, на сегодняшний день я желаю вам всем удачи. Я желаю вам удачи, а удача — это значит оказаться в нужном месте в нужный час. Друзья, пусть удача вам сопутствует всегда. Не только сегодня, а каждый день. Самое главное – здоровье и мир на земле. Ходит в гости по утрам, тут поступает мудро. Тарам-тарам-тарам-тарам, на то оно и утро. Гусёк, Гусёк, в каком ты сегодня настроении, а? Какое настроение у тебя сегодня? Будешь нападать на меня? Как он внимательно смотрит. Настрой у него боевой. Замер и даже не шелохнется. Нет, какие-то планы у него есть. Какие-то планы у него есть в отношении меня. Сейчас точно нападет, хвостом шевелит, злится. Ты же хороший котик. Добрый котик, добрый. Дочь испекла сырники на завтрак. Сейчас мы попьем чай и пойдем по делам. Очень вкусные сырники. Всем, кто пьет чай, асбалсын. Приятного аппетита! Смотрите, ребята, это вот такие сиропы можно делать коктейли и добавлять в чай. Вот мне нравится барбадос с киви.
такая вот картина висит у моей дочери в кухне. Жарко. На улице очень тепло. Ребята, представляете, вот с четвертого этажа гусек, видите, сетку поставили теперь. Он, пока не было сетки, он прыгнул на подоконник и свалился вниз. И потом вот доча побежала на улицу и нашла его, он сидел внизу, слава богу, ничего себе не поломал. Вот такой у нас экстремал гусек. Вот он, гусек. Вот гусек, любитель прыгать с четвертого этажа. Экстремал. Красивый какой, взрослый стал. Подрос, поумнел. Не такой уже балованный. Молодец, хороший котик. Вот такая цена у спальни. 1 066 000. Производство Россия. Мы с дочерью в магазине «Калинка». Кое-что выбираем себе. И покажу вам. Хороший мебельный магазин, салон такой. Вот спальня «Прованс». Это вот дворец Жастар, бывший дворец молодежи. И вот сегодня уже включили фонтаны. Красота какая! Мужчина там что-то вылавливает из фонтана. Не знаю. Красота. Сижу на лавочке у фонтана, отдыхаю. Доча поехала на работу, а я иду домой. Вы знаете, в такой жаркий день посидеть у фонтана, это так прекрасно. Свежо, хорошо. Брызги... даже до меня долетают. В тенечке вообще прекрасно. Видите, на улице стоят велосипеды, можно брать на прокат. И поэтому, если кому-то надо быстро доехать куда-то, а машины в данный момент нет, подошли, нажали кнопочки и поехали.
Ребятки, опять я пришла в Магнум на Валиханова. Кое-что мне еще нужно закупиться. И потом уже пойду домой. Вот моя тележечка. Набираю потихоньку товар. Ну, снимать не буду, потому что людей очень много. Праздник же, Ураза Байрам. Кто не докупился, докупаются, поэтому снимать не буду. Представьте, только что объявляли, потерялась девочка 3 лет в таком огромном торговом центре, но пока еще не объявили, что нашлась. 3 года девочки.